Всем привет! Здравствуйте! Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня я вспомнила еще один секретик. Этот секрет касается всех тех, у кого есть огород и кто выращивает вот такие чудесные помидорчики. Когда я жила в частном доме, я всегда садила огурцы и помидоры. Но помидоры я любила выращивать желтые и розовые, вот такие здоровенные. У меня помидоры были до 1 килограмма. Во-первых, они очень вкусные. Хоть они и высокие, за ними нужно было следить, за такими высокорослыми помидорами. Но они у меня были очень вкусными и очень огромными. А вот я хочу поделиться с вами секретом, который я использовала для выращивания таких вот помидорок. Но эти помидорчики – это магазинные помидоры. Это я сейчас купила помидоры. Но я хочу, чтобы вы тоже знали, как вырастить хорошие помидоры. И чтобы помидоры не болели. Так вот, дорогие мои, когда вот вы посадили куст помидоров, вот он растет, красивые листья, все, вот такие большущие у вас повырастали помидоры. И вдруг, все начинается с «и вдруг». Начинают помидорчики болеть фитофторозом. Вы знаете, что это очень плохая болезнь помидоров. И что фактически помидоров потом не остается на кусту. Так вот, дорогие мои, я поделюсь с вами секретом. Когда помидоры только завязываются, когда еще зелененькие помидорчики, вы возьмите медную проволоку из меди и вот такими маленькими, где-то, сантиметр, 2 сантиметра, отрезайте вот такую проволочку. Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Нарезали. Идете на огород, берете эту проволочку, и вот куст где? Прямо в ствол его, насквозь, чтоб отсюда выглядывала проволочка, и отсюда, вот так, раз сюда. И вот так она здесь будет в каждом стволе. И в каждый ствол. Вы увидите, дорогие мои, что фитофтороза не будет. Надо вовремя медную проволочку в каждую веточку большую, толстую. Не поленитесь, дорогие мои. И вы соберете очень хороший урожай, и вас фитофтороз не коснется. Вот такой советик. Дорогие мои, не ленитесь. Найдите проволоку там в сарае где-то. Очистите, если там есть она чистенькая, без пластмассы. А если с пластмассой, вы, конечно, ее пластмасской, то так джик-джик-джик ее отделите. А потом нарезали кусочками и в каждый помидорчик. Не поленитесь, и у вас будут хорошие вкусные помидорчики без болезни фитофтороз. Вот такой рецептик. Завяжите себе на узелок. Все. До свидания, мои дорогие. Всем пока. До свидания.